Демонтаж незаконной рекламы идет ускоренными темпами. Московский проспект уже освобожден от нелегальных щитов на 70%. Сейчас работы производят два подрядчика, планируется подключение третьего. В среднем в день на улицах города сносят до 5 конструкций, примерно столько же убирают владельцы. Некоторые баннеры и пилорсы собственники демонтируют своими силами в надежде в дальнейшем поставить их уже на законной основе. Комитет разрабатывает схему размещения рекламных конструкций, которые в дальнейшем будут расторговываться на аукционах. И рекламные конструкции, они уже будут вставать в какие-то места строго с действующим законодательством.